Белоснежный лайнер причаливает к пристани. Несколько минут на посадку, и теплоход 850 лет Москве отправится в столицу. Такой праздник нам устроили. Это необыкновенно. Запуск речного маршрута в Химках ждали с начала весны. Трамвай стал для жителей округа не только средством передвижения, но и способом приятно провести время. В прошлом году я имел такую возможность и прошел вот по одному из маршрутов. Но, вы знаете, мне очень понравилось. Ну, красотища необыкновенная, потому что наблюдаешь. Ну, то, что красиво, да, то, что родные места, да. И впечатление очень хорошее. Впервые маршрут Химки-Северный речной вокзал открыли в прошлом году. Он оказался очень востребованным. За прошлую навигацию было совершено 66 тысяч поездок. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в этом сезоне мы возобновили маршрут. Стоимость проезда в одну сторону – 150 рублей. Дети до 7 лет могут плавать на теплоходе бесплатно. Льготы действуют и для пенсионеров. Кроме этого, в начале лета в Химках стартует ежегодная программа для пенсионеров «Доброфлот». В рамках водных маршрутов отдельным кораблем, судном организуем для членов клуба «Активное долголетие» прогулки по каналу имени Москвы. Дорога от Химок до Северного речного вокзала займет не больше часа. Теплоход курсирует с 9 утра до 21:40 с интервалом в 1,5 часа.